Вітаю вас, з вами жіноче ток-шоу «3G плюс М» та я його ведуча Катя Лунгол. У гонитві за гладкою шкірою ми, дівчата, використовуємо усі доступні косметологічні методи. Лазерну епіляцію, шугарінг, восову депіляцію і, звичайно, бритву. Нерідко отримуємо подразнення, волоски, що вросли, і найстрашніше – це опіки. Ще у стародавньому Єгипті з небажаним волоссям рятувалися за допомогою гострих мушлів – пемзи та миш'яку. Також була спеціальна прислуга, яка ниткою висмикувала волосся. Така болісна процедура могла тривати годину. У стародавній Греції масляною лампою опалювали волосся, а у той час у Європі Єлизавета І вела моду на гоління, але на обличчі. Використовували оцет, вапно та гостру бритву. У 20 столітті у популярному журналі Harper's Bazaar з'явився рекламний знімок моделі з задертими руками угору і без єдиної волосинки під пахвами. Тоді почали виготовляти усі методи для видалення волосся зі шкіри. Як ви вже зрозуміли, сьогодні говоримо про епіляцію і знайомимось з нашими експертками. Вікторія Савіцька, лікар-ендокринолог. Вітаю. Анастасія Янчук, власниця студії епіляції «Зефірка». Здравствуйте. Катерина Дубовик, спеціаліст центру «Б'юті Дема». Здравствуйте. Розпочнемо з шугарингу і воскової депіляції. Що це таке? Шугаринг – це всіми любима процедура по удаленню нежелательних волос. При шугаринге і восковой депиляції волос удаляється з корнем без разрушення волосяного фолікула. Шугаринг і воск направлен на удаление нежелательных волос. Разница только в материале и в технике выполнения. Определиться конкретно, что лучше, может клиент, который попробует для себя либо шугаринг, либо восковую депиляцию. Що у складі самого воску, угу. І що у складі, як правильно, шугарингу, сахарної пасти. А, це сахарна паста. Да. Сахарна паста состоит из натуральных компонентов. Это глюкоза, фруктоза и вода. За счет того, что состав максимально натуральный, в ней отсутствуют какие-то ароматизаторы, отдушки, следовательно, мы можем исключить возникновение аллергических реакций. Но опять-таки мы не исключаем тот случай, что все мы разные и разные ситуации могут возникнуть. Что касательно воска, воски у нас имеют три классификации. Это классические воски с добавлением натуральной смолы, это смешанные воски и воски нового поколения – это синтетические воски, в составе которых идет синтетическая смола. Синтетические воски подходят для людей с аллергией, с чувствительной кожей. Они не вызывают раздражений и высыпаний, поэтому смело можно использовать. Очень часто наши клиенты путают обычную реакцию после удаления волос с аллергией, поскольку после удаления волос на восстановление кожи у нас отводится приблизительно 24 часа. У некоторых клиентов может пройти покраснение, какое-то неприятное ощущение в течение дня, либо же в течение двух часов. Для некоторых клиентов требуется немного больше времени. Но хочу уверить, что это все не настолько страшно, как себе представляют люди, которые не делали никогда депиляцию. Можно обратиться к специалисту, и процедура пройдет качественно, безболезненно и без последствий. Як лазер діє на волоски людини? В чому різниця між світлим волоссям і темним волоссям? Ну, насамперед, лазеров на данный момент очень много, и каждый лазер работает по-разному. Что касаемо аппарата, на котором работаем мы, да, у нас диодник с длиной волны 808 нанометров, то есть который убирает достаточно хорошо от светло-русого до темного волоса. То есть этот аппарат на сегодняшний день является фаворитом, так как он работает абсолютно на всех фототипах кожи. Что касаемо других аппаратов, да, есть тепловые, есть электроэпиляция, есть фотоэпиляция, есть аппараты, в которых стоят минералы. То есть там немножко совсем другое воздействие. Лазерная эпиляция, да, на сегодняшний день очень набирает популярность, особенно последние два года, да, и это уже так заметно по нашему городу, да, потому что уже практически в каждом салоне уже стоит лазерный аппарат. Но есть свои особенности, да, как бы в любом случае для диодников, как и для других аппаратов, всегда будет являться фаворит это черные волосы, да, потому что любой лазер работает с пигментом. С пигментом меланин, который дает цвет волоса. То есть светлыми волосами, там, так как пигмента достаточно меньше, то есть и работать с ними немножко дольше, но можно. Есть белый волос, да, есть рыжеватый волос, есть
седой волос, да, там нету пигмента меланина, то есть инфракрасный луч, он физически его не увидит. Да, в таком случае процедура будет бесполезна. Что касаемо русого волоса, для кого-то русый волос достаточно есть темный, для кого-то, кто может различать цвета волос, да, он как бы достаточно светлый, либо же наоборот. То есть в любом случае это требуется консультация. Бывает, зачастую сталкиваюсь с той проблемой, что волоски бывают темные при конце, но очень светлые при корневой системе. То есть это тоже надо рассматривать, прежде чем делать лазерную эпиляцию. То есть. Тобто, коли приходить до вас клієнтка, ви желательно, це їй пояснюєте. Да, желательно прийти на консультацию, щоб, де є наличие волос, ну, то есть, как бы не збритим, щоб можна було рассмотреть. То есть, бувають такі, що достатньо темні, наприклад, на голені, да, очень світлі на бедрах. Дівчинка хоче делать ножки повністю. То есть, тоді я вже настаиваю на тому, щоб ми делали тільки голень. Как бы, там. Угу. Ну, такі вот нюанси, тому що есть риск того, что на бедрах тоже уйдет хорошо, но процентов 50. Чи можна робити лазерну епіляцію, воскову депіляцію, шугарінг? Як це все впливає на наш стан шкіри і на наше здоров'я? Ну, дійсно, наразі, коли в наш час одним із факторів, які визначають зовнішню красу жінки, являється гладенька шкіра, то поява значної кількості там зростання волосся є дійсно проблемою, яка визиває психоемоційний дискомфорт в жінки. Гірсутизм – це надмірне зростання волосся в певних ділянках тіла жінки, і зазвичай це проблема ендокринного характеру. На жаль, гірсутизм – це не лише косметичний дефект. Зачасту це вказує нам на хвороби ендокринного характеру та патологічні стани. Визначаємо ми гірсутизм в таких ділянках тіла, як над верхньою губою, підборіддя, верхня та нижня частина спини, передпліччя, руки, живіт, стегна. О, бо я думала, що в мене вже це захворювання. І в кожній з цих ділянок ми визначаємо за шкалою від 0 до 4, оцінюємо ріст волосся. І мова зараз не йдеться взагалі про світле, м'яке, ніжне жіноче волосся. Саме поява волосіння за чоловічим типом. Тобто це буде чорне, грубе, жорстке волосся, яке не притаманне для жіночого тіла. Чи можна робити воскову депіляцію, лазерну депіляцію? Так, звичайно, можна. Але коли ми вже знаємо, що це, скажімо так, легкий прояв гормонального дисбалансу, а не вказує нам на саме яке порушення ендокринної системи чи захворювання ендокринної системи. Гірсутизм є проявом надмірної кількості андрогенів, чоловічих гормонів у жінки. Гірсутизм є проявом таких захворювань, як синдром Кушинга, це захворювання наднирників, потім може бути гіперплазія наднирників. В основному десь 80% гірсутизм зустрічається при синдромі полікістозних яєчників. На додаток до цього ми можемо мати, ну, будемо мати, і безпліддя, і ожиріння, і інсулінорезистентність, яка в свою чергу в подальшому призведе до розвитку цукрового діабету. Також гірсутизм є проявом прийому лікарських засобів. Наприклад, це будуть і контрацептиви з вмістом андрогенного прогестерону, лікарських засобів, які призначаються при лікуванні ендометріозу, а також застосовуються в лікуванні затяжної депресії. Тому, ось так. Тому спочатку, звичайно, потрібно оцінити наше здоров'я. Проконсультуватися у лікаря. Да. Тобто, якщо людина з цією проблемою робить процедури, наприклад, у дівчат, і нічого не допомагає, таке можливо? Таке може бути? Звичайно, таке можливо. І досить часто так воно є. Коли звертається на консультацію до гінеколога чи ендокринолога зі скаргами на те, що у мене надмірне ріст волосся в непритаманних для жінки ділянках, в мене там густе, чорне, грубе волосся, і приходить дівчинка,
взагалі дивися, ніжна, гладенька шкіра, ти не можеш у повному обсязі оцінити цей прояв. Ну, тоді, звичайно, ми користуємося дослідженнями, які нам допоможуть або виключити, або підтвердити наявне захворювання. Існує така шкала оцінки гірсутизму. Вона доступна абсолютно усім. Ми можемо зайти в інтернет і загуглити її, і оцінити результати. Оцінюється в тих 9 зонах, які я вже тільки що назвала. Тобто в домашніх умовах домашніх це все можна умовах, зробити? Так, в домашніх умовах. Похибка буде незначна, але це вкаже нам на те, що у нас є проблеми зі здоров'ям. Як кажуть волків боятися, у ліс не ходити. А я б не пішла, якщо б не програма і не експеримент. Усе життя хочу зробити лазерну епіляцію і боюся. І тут момент настав. Конечно, есть. Ну, не будет больно? Нет, больно не будет. Температурный режим выставляется индивидуально. Все, что вы будете чувствовать, то есть это будет легкое покалывание. Где-то полон не робила лазерную операцию. Не переживайте, не переживайте. Это не больно. Оно будет якось пакти. Кто-то сравнивает лазер с эпилятором, кто-то сравнивает с быстрым выщипыванием пинцета. Кто-то сравнивает с тем, как будто бы покалывает ток. То есть, у мене був епілятор, я не могла користуватися епілятором, бо дуже боляче мені було. Ми будемо підбирати режим індивідуально. Тобто для мене важливо, щоб ви відчували покалування. А ви казали, що у мене забриті ноги. Що це означає? Забриті ноги – це значить, коли ми дуже часто пользуємося станком, когда мы снимаем, вверх остается корень слуховицы, и волосок уплотняется глубже. Чем он глубже уплотняется в кожу, тем он лучше питается. От этого идет хорошая стимуляция. То есть он растет темнее, он растет очень быстро. Да, и да, да, и все, бывает, да, что с одной луковицы растет по 2-3 волоска. То есть это называется забритость. А скільки мені треба зробити процедур, щоб волосся майже не росло? Курс состоит из 10. Чего она так печет? Сейчас. Я зранку побрила ноги? Да. Но я предупреждаю тебя, что ножки треба брить за сутки. Тоді кожа после станка она менее чувствительна и процедура проходит комфортно. А вы не будете одягати окуляри, як я бачила у кіно відео? Так багато. Окуляри для діодника я не использую. Как бы я могу вам предложить, но в них нет никакого смысла, так как здесь луч не распространяется, он прямого происхождения. А он еще так богато? Он без запаха. Он без запаха. Ох, холодненько пішла. Да, він такий прохладненький, він не комфортний, але трошки він ще дасть охлаждение. Ви мені зараз найнижчий, да, будете ставити? Я не найнижчий, я ставлю більш-менш середній режим і будемо ще спробувати. Як відчуття? Наче, знаєте, кожну точку, кожну пору голкою. Терпімо? Так. Да. Знаєте, нормально. Це воно зараз прибирає усі ці чорні точки, усі луковички чи ні? Ні, ви зараз такі і уйдете. От як ви прийшли, ми обробили, що відбувається. Я такі. Фолікул ми обрабатуємо, виходить, всі волоски. Ті волоски, які в активній фазі росту, вони напитують ось цей інфракрасний луч. Постепенно, тобто фолікул буде розрушатися. Поки він буде розрушатися, волоски будуть рости в звичайному режимі. Можливо, немножко медленніше, ніж би росли б вони просто в станочку. Потім якийсь определений день, обычно на темних волосках, це ближе к 10-му дню, волосики випадають. Випадають, волосики не випадуть все одразу, випаде якась частина. От 10 до 30% від того, що ми бачимо зараз. Але мені можна буде їх збривати? Збрить вам можна буде не раніше, ніж через 10 днів десь так. Єдине, що ножки – це така зона, де складно заметити. Они будут сыпаться. Угу. Они могут вытереться за одежду. Я вас зараз не чую. Так придется тільки ждать. Дивіться, можна мені цікаво, що буде далі.
як воно буде? Що буде далі? Далі будуть вони отростати, як час є, так вони будуть отростати. Возможно, немножко медленнее, потому что после каждой процедуры лазера волос замедляет свой рост. Смотрите, мы делаем сейчас процедуру. Вторая процедура у нас будет через 4 недели. Третья будет у нас через 6 недель, через 8, через 10 и так пошло. Когда мы доходим уже где-то до 5 процедуры, возможно, после 4, я уже там вместе с клиентом мы наблюдаем фазу, которая фаза телогена, которая начнет созревать. Как она будет созревать? В норме, смотрите, например, если вы уже там сделаете процедуру четвертую, да, там промежуток уже будет где-то 3 месяца. Вот волосики мы сделали процедуру, волосики выросли, там вы их сбрили, 2 месяца, 2,5, то есть они не растут. За 1,5-2 недели до следующей процедуры, то есть начинается активный рост волос. То есть созревают те волоски, которые там спали, еще те, которые здесь остались, да, то есть были не в активной фазе. Вот это уже свидетельствует о том, что мы идем по графику. На сегодняшний день, если есть какие-то проблемы с гормональным фоном, я рекомендую сначала успокоить гормональный фон, вывести его в норму, а потом начинать делать лазерную эпиляцию. Если у нас есть проблемы с гормонами, или же мы принимаем какие-то гормональные препараты, которые не выравнивают фон, например, гормональные контрацептивы, то есть курс лазера может автоматически увеличиться, либо же может не давать таких результатов, которые мы хотим ожидать. После курса на теле все равно останутся около 3-4% волос. То есть это останутся где-то единичные волоски. Есть у нас такие волоски, которые не поддаются обработке ни одним лазером. Точно так же на протяжении какого-то времени где-то единичный и будет подрастать. Как ни крути, волос – это защитная функция кожи. И если к человеку будет что-то угрожать, организм у нас автоматически начнет вырабатывать новые фолликулы. Насправді кожної дівчини та жінки свій больовий поріг. І не треба боятися, насправді це не боляче. І я не знаю, що зараз ще можна сказати. Подивимось, що буде після процедури. Протипоказання робити ту чи іншу процедуру у тебе. Коли людина приходить, ти повинна якось дізнатися про їх хвороби, алергії і так далі. Так, безусловно. Перед проведенням процедури у нас собирается, скажем так, анамнез. Это обследование кожи нашего клиента. Мы можем расспросить у него, какими видами депиляции, вот, точнее, какие виды депиляции он раньше делал, не делал, какая проблема его беспокоит, как часто посещал ли он того же гинеколога, либо эндокринолога. Основными противопоказаниями, конечно же, является в первую очередь это целостное нарушение кожного покрова. Когда мы осматриваем кожу клиента, и мы видим на коже какие-то раны, ссадины, раздражения, покраснения. Следующее противопоказание – это является патология беременности. Если девушке, которая наблюдается у своего лечащего доктора, он запрещает категорически делать депиляцию, значит, в таком случае мы отказываем. Но, опять-таки, бывают такие случаи, что клиент просто не знает о том, что она беременна, или скрыла от нас этот факт. Такое бывает, когда приходит к тебе клиент, у нее уже 5-й месяц, животик такой, она: «Ой, я не говорила, это мой такой маленький секрет». Я считаю, что это не есть совсем хорошо, потому что каждый человек должен заботиться в первую очередь о себе. Почекайте, тобто коли ти вагітна, не можна робити ці процедури? Не во всех случаях. У меня есть клиенты, которые регулярно посещали мой кабинет до беременности. Точно так же они узнали о своем интересном положении. Они проконсультировались со своим врачом. Врач дала добро. Клиент приходит, но только у меня всегда такое одно важное условие. Я обращаюсь к своему клиенту и говорю: ты знаешь ощущения до беременности, давай их сравним вот сейчас, вот во время беременности. Если ты чувствуешь какую-то вот разницу, тебе более неприятно, дискомфортно, ты не можешь это терпеть, давай, пожалуйста, мы с тобой разделим процедуру на 2 раза, либо же вообще отменим. Потому что такие усилия над собой они никому не нужны. Если же все прекрасно, в порядке, то, пожалуйста, мы проводим процедуру. У меня бывали такие ситуации, когда девочки за 2-3 дня до родов приходили, и мы их готовили вот в роддом. Такое тоже было. Круто, ничего себе. Да, а еще аллергия у людины? При любой аллергической реакции депиляция противопоказана.
Не воскова, не шугаринг. Не шугаринг, не восковая. Если человек аллергик, и он заведомо знает, что у него может быть аллергия, также мы можем за сутки до проведения процедуры просто сделать ему тест на аллергическую реакцию и проверить, есть ли у него она или нет. Точно так же это касательно клиентов, у которых сахарный диабет. Это уже следующее противопоказание. То есть многие клиенты начитаются информацией в интернете о том, что сахарный диабет противопоказан для проведения процедуры и не приходят. Почему непосредственно противопоказан? Потому что у людей, у которых есть данное заболевание, у них идет восстановление, регенерация кожи намного медленнее, чем у человека, который не болен сахарным диабетом. У меня есть клиенты-диабетики, с которыми мы работаем на протяжении 3-4 лет. Все у них прекрасно, никаких аллергических реакций, никаких покраснений, раздражений после процедуры не наблюдается. А які протипоказання, коли робиш лазерну епіляцію? В основному похоже. Є як абсолютні, так і относительні. Да? Тобто саме такі для лазерної епіляції фактори – це, звісно, кожне заболівання, да? Тому що є якесь роздраження, сип, порізи, ми лазером не обрабатуємо. Тобто це також є сахарний діабет, це онка. В принципі, это такие основные, что есть просто табу, да, то есть ни в коем случае мы лазер делать не будем. Аппарат, на котором мы работаем, он разрешен в работе с 12 лет. Им можно работать как во время беременности, так и лактации. Но за счет гормонального фона, то есть это делать не рекомендуется. Так, в принципе, на сегодняшний день он самый безопасный. Как бы есть много, да, таких вот бояться, ни в коем случае физически он не может нанести никакого вреда. Инфракрасный луч, который излучается, да, он видит только темный пигмент. То есть также такой пигмент есть у нас в родинках, да, там, в родимых пятнах. То есть мы такие просто места не обрабатываем, мы их обходим. То есть это несложно. А, до речи, сколько сеансов треба зробити для выдаления волосся? Смотрите, такой интересный вопрос. По каждому по-разному, это по протоколу, да, курс состоит 10 процедур. В основном, да, на каждого аппарата курс 8-10 больше. Со своей практики могу сказать, что это все индивидуально. Индивидуально. Если, так я разделю на два момента. Если делать лазер, например, в возрасте 18-20 лет, в 10 процедур мы не уложимся, это однозначно. Если делать лазер в возрасте 35 лет, там 35 плюс, мы уложимся, можем уложиться до 8 процедур. Это в том случае, если с гормональным фоном у нас все хорошо. Один сеанс робиться один раз на месяц? Чи більше потрібно? Смотрите, делается под каждый аппарат, как бы есть определенный график. Да? Мы работаем, например, мы делаем процедуру, вторая через месяц, потом через полтора, через два, через три месяца. Дальше я наблюдаю. То есть как бы, как у нас идет созревание фазы телогена. То есть, потому что аппарат за одну процедуру удаляет от 10 до 30% волос, только тех, которые находятся в активной стадии роста, да, и на каждом участке тела этот свой процент. То есть дальше, как созревает фаза. У некоторых она может созревать после первой процедуры так активненько начать, у некоторых после второй, третьей, у некоторых после шестой, седьмой. Вот когда происходит этот период созревания после шестой, седьмой процедуры лазера, я график немножко смещаю, чтобы попадать больше в активную фазу роста. Вік, Катя почала говорити про гормональний фон. Як це взагалі впливає також на наш організм, до речі? Коливання і гормональні дисбаланси стосуються в даному випадку саме високих рівнів чоловічих андрогенів, статевих гормонів у жінок. Гормональні дисбаланси, ну, це звичайна ситуація для жіночого організму і на фоні як і захворювань, так і взагалі будь-яких стресових ситуацій. Як саме впливають? Стимулюють ріст саме волосся, саме андрогенних тих темненьких волосків і будуть сприяти їхньому активному росту. А як ти вважаєш, є різниця між світлим і темним волоссям все ж таки для людини? Чи немає різниці? Звичайно, звичайно є. Якщо це жінка, то нам притаманне світле, м'яке, тонке, ніжне волосся.
Якщо це темне волосся, то його велика кількість, його активне розростання в нехарактерних ділянках вже вказує нам на патологічний процес. Угу. Чому найчастіше після воскової депіляції та шугарингу? В мене у знайомої, вона робила собі ці процедури, в неї було вростання волосини настільки, що прийшлося робити хірургічне втручання. Угу. Чому так відбувається? Що робить неправильно майстер? Що з цим робити? Самое основное и главное правило – это придерживание личной гигиены на нормальном уровне и использование уходовых средств после депиляции. Несомненно, бывает виноват мастер, когда он подобрал неправильный материал, либо же у мастера недостаточное количество опыта, либо же этот мастер просто насмотрелся видео в YouTube, купил банку пасты или восковый картридж и начал принимать клиентов. Как мы знаем, да. Да, такое бывает. Самое основное – это увлажнение, ежедневное увлажнение кожи после процедуры, потому что кожа наша требует увлажнения. И использование либо использование пилингов, либо скрабов. То есть это все подбирается абсолютно индивидуально. На таких зонах, чувствительных зонах, как глубокое бикини, мы сейчас скрабы не используем. Мы используем либо энзимные пилинги, либо же сос-пудры, которые помогают отшелушивать вот этот вот верхний роговой слой и спокойно пробиваться волосочку. Но точно так же мы должны после отшелушивания обязательно увлажнять нашу кожу. Если, конечно, клиент придерживается этих всех рекомендаций, он имеет красивую, чистую, здоровую кожу и гладкую на длительный период времени. Если клиент не придерживается таких рекомендаций, тогда мы имеем проблемы с вросшими волосами. Но опять-таки мы не будем упускать тот факт, что могут быть какие-то гормональные нарушения в нашем организме. Элементарно даже неправильный образ жизни, неправильное питание может точно так же провоцировать проблему врастания волос. А можна пояснити, що це таке вростання волосини? Тобто нам прибрали, наприклад, да, з рук волосся, угу, і залишається ця волосина там? Ну, чи як це? Смотрите, є таких три основних направлення вростання волос. Перше – це у нас плоскі вросші волосся. Коли, вот, допустим, по истечению 2-3 недель после процедуры мы видим на нашей коже волосы, да, вот они растут, угу, как обычно, но они находятся под верхним слоем эпидермиса, то есть мы видим волосочек, но достать его не можем. Так бывает, потому что у нас недостаточно либо увлажнена кожа, либо же недостаточно отшелушен вот этот вот верхний роговой слой кожи, который нарастает, нарастает, нарастает. Это говорит о том, что наш клиент не использует какие-то скрабы, либо не увлажняет нашу кожу. Это первый момент. Второй момент – это когда у нас идут красные прыщи, либо нагноение. Опять-таки, что это может провоцировать либо неправильная техника работы мастера, что случается, но случается крайне редко, как я уже говорила. Либо же это идут какие-то вот гормональные нарушения, либо же какая-то вот действительно индивидуальная непереносимость шугаринга либо воска. Это все бывает, и нужно конкретный случай конкретно вот разбирать. Это все индивидуально. Угу. Вот просто показать картинку, что вот три типа вросших волос, делайте то-то, 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 и ничего не будет. Так не бывает. То есть можно обратиться к мастеру с данной проблемой. Мастер посмотрит и подберет правильный уход, который будет действительно работать. Третий тип врастания волос – это черные точки. Это наши забитые поры. Опять-таки, это может у нас возникать из-за того, что идет несвоевременная эксфолиация, отшелушивание верхнего рогового слоя кожи. Привіт усім! Сьогодні перевіримо, чи знають чоловіки, що таке шугаринг, воскова депіляція або лазерна депіляція. І також проведемо експеримент, чи буде боляче одному герою чоловіку зробити отут на місці в депоті собі епіляцію чи ні. Ходім, когось знайдемо. А ми проводимо соціальний експеримент. Євгеній, скажи, будь ласка, ти знаєш, що таке шугаринг? Поняття не маю. Ну, а давай да пофантазуємо, що це може бути? Шугаринг. Щось. Це теж у зв'язку. А ти знаєш, що таке шугаринг?
не имею понятия вообще. Ну, давай пофантазуем, а что это может быть? Простите, как? Шугаринг. Не знаю, даже не догадываюсь, честно. А коли в неї вже відростає, що ви кажете, її йди на депіляцію? Ну так. А скажи, а що таке лазерна епіляція? Коротше, волосся, коли жінки собі. Жінки собі. Слухай, скажи, будь ласка, в тебе є дівчина? Ну, є, жена є. Дружина навіть є, це круто. А скажи, а дружина робить епіляцію, депіляцію чи бритвою просто? Ого. А я откуда знаю. А ваша дівчина що більше любить, депіляцію чи бритвою користуватися? Коли я. Тобто ви питаєте в неї? Ну, знаю. Я не питаю, не знаю. Ну, як би епіляція, але тільки з применением воска. Добре. А що твоя дівчина робить? Яку процедуру? Воскова епіляція, шугарінг чи лазерна епіляція? Що робить? Не займаємося так. Нічого не робите? А чи просто бритва? Як всі стандартні жінки, просто бритва. А ніколи, ніколи не хотіла б спробувати? Хотіла. А чому саме? Не знаю. Я вважаю, що це більш економний варіант, що він швидше окупиться. Тобто його надовше. Чим відрізняється все ж таки лазерна епіляція від воскової депіляції? Мабуть, не так больно. Ти б собі зміг би зробити? А чому? Уявіть собі, кого ми зустріли. Женя! Жень, привіт! Що, ти тут прогулюєшся, да? Так. Слухай, Жень, ми тут проводимо один експеримент. Ти знаєш, що таке шугарінг? Так, знаю. А що це? Це депіляція. Здається, ну, жінки використовують за допомогою цукру, цукрової пудри, так? Здається, так. Нічого собі. А лазерна епіляція? Ну, за допомогою, мабуть, лазера. Логічно все. А в тебе дівчина що робить? А в мене дівчини немає. Дівчата? Будь ласочка. Слухай, а тут у нас є один експеримент. Чи буде боляче хлопцю, так сказати, зробити на собі епіляцію? Ти погодився чи ні? Це ти мене, мабуть, вистежувала в депоті, щоб піймати і зробити мені депіляцію? Ну, а ти погодився? Ну, зробив би таке? Ну, заради мене. Катюш, ради тебе все, що завгодно, давай. Серйозно? А де, чекай. Обличчя не проти, бороду не віддам. Ну, слухай, в тебе, в принципі, ти в нас такий волохатий чоловік. Ну, давай хоча б на руці. Давай, добре. Дивись, як пахне. Ванількою. Женя, тебе потім почнуть на свята замовляти ще краще, я тобі скажу після цього. Ти ж розумієш, да? Яку я тобі роблю рекламу? А ну давай отак. От як хочеш, щоб в сторіз висвітлила, та як ти мене тут мучаєш. І підпишеш, що все заради тебе. Так, а ну ти готовий? Все заради тебе, готовий. Один. Руку цю прибери. Один, два, три. Оце вже боляче. Оце вже фу. Оце нормально. Ай-яй-яй-яй. Що, що ми тобі залишили таке? Женька, я так люблю, що ти погодився на цей експеримент. Полоски, як добре волосся прибрали. Так що, дівчата, у домашніх умовах можете спробувати. Такої краси у вас ще не було в передачі. 100%. А що стосується лазерної епіляції? Чи є така проблема? І одразу переходимо до найголовнішої проблеми, чому усі дівчата та жінки бояться цього, це опіки. Що касаємо, якщо вростання, да, бувають случаї, коли від лазера вростають волоси, якщо використовують в лазері вакуумну насадку. Тобто є такі вже апарати, які втягують кожу з волосками, і там вони, виходить, їх обрабатують. В таких случаях зустрічала я в своїй практиці достатньо немало дівчат, які страдали після того сильними вростаннями. Що касаємо ожогів, ну, ожоги оставляються по двом причинам. Це, скоріше всього, некваліфікований мастер, тому що вона повинна знати, на якому апараті вона працює і на яких фототипах. Та я вже говорила раніше, що апарати різні і працюють вони на різних фототипах. Не всі апарати працюють на світлій, або ж на темній кожі. Коли мастер не розуміє,
не разбирается, какая кожа у клиента, да, к какому типу он относится, выбирает режим, и тем же самым у нас получается ожог. В большинстве случаев это оставляют фотолазеры. То есть там, где больше обрабатывается тепловой и световой, светлые лучи. То есть там есть вероятность большая поставить ожоги на чувствительной коже. Точно так же, если аппарат работает на светлой коже, да, например, со светлыми волосами, у нас очень много встречается таких случаев, когда вот ожоги в основном получаются в зоне, в области бикини. Да? Угу. Как ни крути, если девочки... Также есть гормональный сбой. А чего само бикини? Потому что там найнижнейшая шкира. Во-первых, найнижнейшая шкира. Во-первых, зачастую очень много бывает, когда в области бикини есть пигментация. Это бывает постпигментация или пигментация на фоне гормонального. Многие на это не обращают внимания, даже сами девочки как бы у себя это, на это внимание не обращают. То есть это уже как бы делается автоматически. Ну, вследствие того, если был неправильно выбран фототип, или неправильно выбранный режим, то есть это 100% ожог. Есть такое, скажу, за наш аппарат, да. При нашем аппарате не используются никогда никакие обезболивающие. А чему? Во счет воздействия света и химических веществ тоже есть большая вероятность того, что получится ожог. То есть мы кожу делаем еще более чувствительной в тех зонах. Был в практике такой случай, да, когда девочка дома запшикала себя лидокаином, не поставив меня в известность. Ожога у нас не было, у нас была стойкая гиперемия. То есть чего этого, в принципе, не должно быть. Слава богу, все обошлось, но как бы такие вот моменты надо обсуждать и говорить. Настя, а до тебе приходили клиенты после лазерной эпиляции? Да, в моей практике есть такие случаи, когда клиент возвращается после лазерной эпиляции. Какие проблемы были, если не секрет? Ты можешь сказать? Да, первое, что, наверное, такое самое частое, это то, что поход на лазерную эпиляцию не оправдал ожидания и не оправдал затраченных средств на данную процедуру. Следующий момент – это то, что действительно приходили девочки, которым была произведена некачественная эпиляция, то есть это были ожоги. Человек приходил просто с таким страхом в глазах, что вот я доверилась, я пошла, я хотела что-то вот изменить. В итоге мне просто обожгли кожу, я сейчас восстанавливаю, и я ничего не хочу слышать о лазерной эпиляции. Еще был такой случай, когда пришла клиентка и сказала, что после, кажется, или 4 или 5 посещений на ее теле увеличилось количество родинок. Это первый момент. И второй момент, что они у нее потемнели. То есть она тоже очень сильно испугалась. Я ей порекомендовала обратиться к врачу, что она, собственно, и сделала. Такое было, да, в моей так, практике. Так, добре. Кать, что это означает? Чему таке могло стати? Появление родинок? Да, да. Может быть, как вариант, если предыдущий мастер, да, то есть обрабатывал родинки или папилоны, что дал их рост. Просто или жабе размножение. Такое дело может быть. Потому как бы родинки и папилломки ни в коем случае лазером не обрабатываются. Они закрываются, закрашиваются. Или кожен майстер, напевно, це знає. Обходятся, да. Угу. И некоторые просто не обращают внимания, это ничего страшного. Очень печально сегодняшний день, когда много мастеров не имеют медицинского образования. И как бы многие даже понятия не имеют вообще, насколько это опасно. Бывают такие, которые... А вы маете медичные? Да, я маю медичную освіту. Бывает, я сталкивалась с таким... Ко мне пришла девочка, расскажу так историю. Пришла девочка и говорит, я вот перед вами была там на процедуре туда-сюда, говорит, я говорю, а что поменяли мастера, ну как бы, что вас там не устроило, там, ну, начинаю общаться, она говорит, представляете, я с девочкой разговорилась, она говорит, да я вот увидела объявление, да вот решила на лето подзаработать. Тоже ничего сложного нету, включил, потыкал и пошел. Здесь о, боже. Ничего. Вот в таких случаях, возможно, такая вот и ожоги в любом случае и могут быть. Нища, и людина хочет зэкономити кошти. И если прорабатывались ронки, папилломки, и пошел активный их рост и размножение, то есть такое тоже возможно быть. Потому выбирайте хорошо мастера, це консультируйтесь точно. И приходите на консультацию. И задавайте кучу вопросов. Задавайте, интересуйтесь. То есть это не очень важно. Цього робити. Не сором, ні в коїм случаї, ні в коїм случаї. Ну, на це все я можу сказати, що ми можемо мати як безрезультатну лазерну епіляцію, так шугарінг і воскові процедури, а ще й на додаток
опіків, розче волосся і багато інших причин. Але не стикалися з клієнтами з такими проблемами, коли там приходили і казали, так, в мене з ендокринною системою не все добре, але от я ходила на процедури, там на шугарінг, на лазерну епіляцію, таке в мене сталося. Звичайно, ходила. І кожна із нас жінка, дівчинка і хоче бути привабливою. Я не вбачаю в цьому нічого такого, те, щоб не потрібно було чи неможливо робити. Навіть якщо ми маємо ендокринні захворювання чи порушення, так, ми призначаємо відповідне лікування в залежності від причини. Якщо то пухлина, то це буде оперативне лікування. Якщо це у нас гормональний дисбаланс, то це буде фармакотерапія на врегулювання цього стану. Але призначене медикаментозне лікування, воно вплине на зменшення виростання нового волосся. Воно вплине на швидкість, темп його зростання, але ніяким чином не вплине на зникнення вже існуючого. Тому дійсно в такому разі ми підключаємо і механічне видалення волосся для того, щоб бути, скажімо так, і для себе в першу чергу привабливими також. Лазерна епіляція видаляє волосся назавжди. Я прочитала це в інтернеті. Це правда чи це міф? До вас запитання, Катюш. Ну, скоріше всього, це міф. Я, наприклад, думала, що видаляє назавжди. Зробив 10-12 сеансів і все. На сьогоднішній день доказано, єдинственна епіляція, яка видаляє волосся навсегда, це електроепіляція. Ну, її б я не рекомендувала б нікому. Это ужасно больно, это жутко. И запах смаженной курочки. Это длительный период реабилитации. И, то есть, и последствия это могут быть и ожоги, и пигментация, и рубцевание ткани. То есть никому не рекомендую, но хотя это единственный метод. Что касаемо других аппаратов, в любом случае, после прохождения курса, даже если все хорошо, на теле в любом случае остается до 5% волос. Это остаются где-то единичные, светленькие, но они будут. И на протяжении какого-то времени, то есть волоски, они будут появляться, как ни крути. Волос — это защитная функция кожи, и да. Они будут. Организм будет заставлять вырабатывать новые фолликулы, как бы мы их ни удаляли. То есть если девочка приходит уже на лазерную эпиляцию, все хорошо, она проходит курс, в любом случае после курса она будет приходить либо раз в полгода, либо раз в год на коррекцию. Виск для депиляции краще, ніж шугаринг. Что касательно шугаринга и воска, как я уже говорила, у них есть разные техники нанесения. Считается, что вот сахарная депиляция – это нанесение против роста волос, снятие параллельно кожи по росту волос. Как бы то, что сахарная депиляция не провоцирует вырастание кожи. Но опять-таки, сейчас у нас воски нового поколения, и есть такие случаи, когда воск намного лучше сработает, чем сахар. Это будет быстрее, это будет качественнее, и результат действительно заставит вот сказать «вау, какие у меня гладкие ножки». Поэтому все нужно пробовать. Это очень индивидуально. Я рекомендую настоятельно не читать те страшилки, что пишут в интернете, просто выбрать мастера, профессионала до своего дела, прийти и сделать. Я за шугаринг та віск. У мене були жахливі вростання, потемнівші полові губи, а з часом волос ріс, як ріс. Чому так сталося? Это случилось потому, что на нашем теле, полностью на нашем теле, волосы имеют не одинаковые фазы роста. То есть есть у нас три стадии роста волос. Это анаген, это катаген и это телоген. Как бы мы ни удаляли, как бы мы ни отращивали, как бы мы ни старались, у нас всегда будут эти три фазы. Это такой непрерывный процесс в жизни вот нашего организма в целом. Просто за счет того, что у нас идет регулярная процедура ежемесячная, одни волосы подросли, мы их убрали, прошло определенное количество времени, следующие волосы выросли. Мы никогда не дорастим волосы вот так вот. Я так розумію, що питання в тому, що спочатку було світле волосся, угу. А потім волосся почало темніти.
Опять-таки, ось в чому проблема. Я думаю, что здесь виной не депиляция, а какие-то нарушения вот именно в гормональном фоне. 100%. Никаким образом ни воск, ни сахар не мог повлиять вот на изменение структуры волос. Со временем волос становится тоньше, но не жестче и темнее. То есть это сугубо проблема так. с гормонами. Віка? Так, дійсно, якщо ми спостерігаємо різку появу та швидкий ріст волосся темного кольору, тут потрібно вже бити на сполох, особливо якщо це особливо, якщо це в нехарактерних ділянках і, скажімо так, повністю заповнює цю ділянку. Густе розростання даного волосся, бо це може вказувати на появу та активний ріст пухлини, чи наднирників, чи яєчників. Особливо, коли це в період закінчення пубертату або пубертату. Тобто на це особливо потрібно звернути увагу. 100% ми повинні звернутися до лікаря, коли на фоні появи темних волосків на нашому тілі, ми спостерігаємо порушення менструального циклу або взагалі його відсутність, появу акне чи себореї і такі випадки, коли збільшення у розмірі клітора. Тут 100%, тут 100% повинні звернути на це увагу. Вдома за шкалою ми можемо оцінити рівень гірсутизму. Якщо ми отримуємо за шкалою до 8 балів, то нам взагалі хвилюватися. А найвищий рівень який? Найвищий 36. В кожній 36. із 9 ділянок максимальну кількість балів, яку ми можемо набрати, це 4 бали. Якщо це до 8 балів, то це нам хвилюватися нічого. Якщо від 8 до 15, то це у нас буде легкий гірсутизм. Тут, звичайно, потрібна консультація ендокринолога-гінеколога. Призначення гормональних досліджень в такому випадку не обов'язково, але все ж таки бажано б виконати. Якщо це помірний там, від 16 до 25, чи важкого ступеня гірсутизм від 26 до 36, то тут обов'язкове гормональне дослідження жіночих та чоловічих статевих гормонів, гормонів кори наднирників, визначення рівня пролактину, ультразвукове дослідження кори наднирникових зал, наднирників, яєчників і комп'ютерна томографія гіпофіза. Як побороти сором, коли вперше йдеш робити зону бікіні? До речі, для мене це також актуальне запитання. Я вас слухаю, хто перший? В принципі, стеснення свойственно кожному чоловіку. Це нормально. Коли ми приходимо либо куда-то в новое общество, да, разговариваем с новыми людьми, мы испытываем какое-то смущение и стеснение. Что касательно похода к мастеру депиляции, вы должны для себя усвоить, что в первую очередь вы приходите к профессионалу, которому совершенно неинтересна ваша физиология, какое сегодня кружевное белье вы одели, присутствует ли у вас педикюр. Мастер видит непосредственно зону, с которой ему нужно работать, и его основная задача сделать процедуру комфортной для вас, и чтобы вы были довольны результатом. Поэтому, девочки, выдыхаем, настраиваемся на позитивный лад. Фух. Вы должны понимать, что потом дома вас будет ждать любимый, и ему будет очень интересно посмотреть на этот результат. Более того, я еще хочу сказать, что все мои клиентки, ну, очень большая вот их часть, говорят о том, что их мужья, любимые люди знают, как зовут их мастера депиляции. Им не важно, как зовут их мастера маникюра, либо лешмейкера, либо бровиста. Знают, что четко, вот тебе не пора на депиляцию, мне кажется, пора. Поэтому не Не стесняйтесь і приходіть, все Катюш, нормально. Ти згодна? Я згодна, цілком і повністю згодна. Я тільки за лазер. Після шугарингу були врощі волосини, вугрі аж до ран. На полових губах були нариви і було соромно виконувати подружній обов'язок. Була купа майстрів і кожен хвалив своє болото. Тому лазер мене врятував, адже в мене алергічна і чуттєва шкіра. Бувають такі случаї, коли непосредственно даному клієнту підходить такий метод удалення волос. Что конкретно спровоцировало, я точно сказать не могу, потому что все случаи индивидуальны.
Катюш, я так розумію, до вас також приходили дівчата, які, наприклад, їм не підійшов шугаринг і воскова депіляція, а лазер підійшов. Да, лазер на сьогоднішній день, це, звісно, фаворит по вросшим волосам. Тобто, це всього лише 1-2 процедури. Тобто, і дівчинка повністю ізбавляється від воспалення, вросших, і подальшим, як би, використання лазер їх нет. Также можно, если девочка не хочет идти на лазер, либо же боится, очень приветствуется лечением вросших волос лазером. То есть это поимпульсно проходит только по вросшим волосам. Что за 1-2 процедуры, в принципе, можно их забыть. Никто не дает гарантии, что дальше они не появятся, но даже периодичность, то есть это тоже приветствуется. Дякую вам, дівчата. Сьогодні дійсно обговорили чимало інформації, і ми сподіваємося, що ця інформація буде для вас дуже корисною і убезпечить нас, так часто недосвідчених, від проблем і шкоди здоров'ю. Залишайте свої коментарі у соціальних мережах. Якщо хочете бути гостею наступної програми, напишіть нам. А хочете запропонувати тему наступної програми, то пишіть у мій інстаграм, який зараз бачите на екрані. З вами була жіноча програма «3G плюс М» Катя Лунгол. На все добре. Па-па!